Клуб высшего дивизиона чемпионата Португалии Рио Ави объявил на официальной странице в Фейсбуке о том, что Усейн Болт будет тренироваться с командой. По информации португальского клуба, знаменитый ямайский легкоатлет рассчитывает попасть в ее состав на сезон 2018-19. Рио Ави объявила о приезде Болта 1 апреля. В последней неделе Болт тренировался с Боруссией у ямайца и дортмундского клуба, общий спонсор Пума. Болт – олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира в беге на короткие дистанции. Рио Ави занимает пятую строчку в чемпионате Португалии, самой спортивной телеграммой.